Здравствуйте. Вот сейчас мы с вами послушаем вот этот очень интересный усилитель Grundig SV85. Это усилитель не на германиевых транзисторах, а на кремниевых. У него стоят на выходе Motorola такие в металлическом корпусе по 4 на каждый канал штучки. Вот, будем слушать пока Отиса Тейлора, ну такую музыку будем сегодня необычную слушать. Ну потом кое-что другое, что-нибудь тоже послушаем. Итак, давайте приступим. Все у нас контроль. Акустика у нас вот эта вот. We all got to die. Вот Philips. For some people. Some people. Some people got to suffer before they die. There's about a man. He's gonna be crucified. Some people die of AIDS. But this man is going to be crucified. Thank you.
На этом пока закончим. Вещь монотонная, долго слушать. А, кстати, хотите, послушаем Animals. Тоже будет интересно. Thank you.
пока убавляем. Хочу отметить, что у нас стоит в линейном режиме все без томкомпенсации. А томкомпенсация здесь есть режим первый и режим второй. Ну, сейчас мы послушаем. Есть такая интересная группа Bo Kaspers Orchestra. Это шведская группа. Ну, так совсем другая музыка будет. Söker kvinnor, kvinnor söker män. Söker efter någon som kan följa med dem hem. Jag har förändrats kanske just på grund av dig. Du vet att jag har svårt att säga nej. Allting eller inget. Det är kyssar.
mellan ett och noll. Ett och noll, mellan ett och noll. Mellan ett och noll, ett och noll, mellan ett och noll. För henne är det dag och natt, det är solen eller månen, det är tårar eller skratt, norra Norrland eller Skåne. Och jag famlar omkring utan koll, mellan ett och att vi får varannan led, det verkar att fungera. Att jag famlar omkring utan koll, jag famlar omkring utan koll, jag famlar omkring utan koll. Вот, пожалуй, на этом закончим. Я пробежался так слегка по разным жанрам. Я думаю, вы поняли, что этот усилитель, насколько он музыкален. До свидания, до новых встреч.